В 39-й серии турецкого сериала «Полярная звезда», который выйдет на экраны Турции 14 ноября, мы увидим следующее событие. Остается совсем немного времени до торжественного мероприятия, и Кузей и Сылдыз наконец-то станут законными супругами. Они уже отослали все пригласительные, и осталось лишь дождаться этого дня. Илдыз очень сильно нервничает, и она хочет, чтобы на этот раз сватовство прошло на самом высшем уровне. Больше всего Илдыз не хотелось, чтобы все повторилось, как в прошлый раз. Когда Илдыз с Кузеем отправились выбирать кольца, то и все родственники пошли вместе с ними. Илдыз хотелось что-то попроще, но ей говорят, нужно брать кольцо потолще и с большим камнем. Илдыз приходит в бешенство от того, что все пытаются вмешаться, ведь она совсем не так представляла себе этот момент. Девочки Кузеи сказали о том, что им хотелось бы жить в Стамбуле вместе с мамой, но это не нравится парням, которые так долго пытались завоевать их сердца. Отец Илдыз придумал для Кузеи еще немало испытаний, и если этот парень действительно любит его девочку, то должен будет с ними справиться. Когда родные собрались на сватовство, то у Илдыз спросили, нравится ли ей этот жених. Илдыз поступит так, как скажет ей отец. И когда он хотел дать свое согласие, то в дело снова вмешались. А мы напоминаем, что 39-я серия турецкого сериала «Полярная звезда» выйдет на экраны Турции 14 ноября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.